Процедура обрезания в Кыргызстане, где большая часть населения мусульмане, дело привычное. Еще в советские годы мужскую часть населения этому обряду подвергали традиционно в возрасте с 3 до 7 лет. В наши дни, по словам врачей, все больше родителей обращаются к ним с просьбой провести эту медицинскую манипуляцию их младенцу сразу же после его рождения. Но их пытаются переубедить. Но некоторые родители нам настаивают. Вот когда настаивают, мы только с месячного возраста, может быть, после полного обследования со всеми анализами, свертываемости крови, какое состояние тромбоцитов, какое состояние анализов крови, после полного обследования только можем по настоянию родителей сделать с месячного возраста. Обрезание, или по-научному циркумцизию, в третьей детской больнице Бишкека проводят ежедневно по 5-6 раз. Сама процедура занимает не больше 5 минут. Причем детям до 5 лет в Кыргызстане она проводится бесплатно. Наиболее оптимальный возраст с медицинской точки зрения с 3 до 5 лет. Раньше, да, действительно, часто поступало, после, когда молодой делает обрезание дома. Ну, таких случаев раньше было. Действительно, вот 5 лет назад очень много было. После обрезания там кровотечением приходили, сужение было. Но в последнее время редко поступает. Люди, видите, по телевидению показывают, что надо, необходимо, что в стерильных условиях делает обрезание. Но это правильно. В кустарных условиях делает тоже, потому что может заражение может быть, понимаете. Там стерильной зоны нету. Этот обряд имеет религиозный смысл, но в исламе он определен скорее как желательное, нежели обязательное действие для всех мусульман мужского пола. Так или иначе, обрезание не является условием для принятия ислама. Известно, что первый человек, которому было велено совершить обрезание, это Авраам. И на тот момент ему было уже 80. Ну, с чем связано, я думаю, что некоторые бывает в арабских странах, может быть, и хотят, может, практиковать, когда рождается новорожденный, проходит несколько дней, они обрезают. А в нашем, скажем, государстве, в нашей Центральной Азии, делают обрезание, когда мальчику 5-6 лет, когда он может сказать свое чувство, да, свою боль. А определенного точного такого возраста на обрезание нету. В Коране и в Сунне тоже. Это как бы должен родитель смотреть, какой возраст ему лучше. По результатам медицинских исследований, в раннем возрасте своих детей в наши дни обрезают многие неевреи и не мусульмане. К примеру, в США около 80% новорожденных мальчиков подвергаются этой процедуре. Обрезание рекомендует и Всемирная организация здравоохранения. Основанием для этого послужило исследование, проведенное в Центральной Африке, которое подтвердило, что обрезание, например, существенно снижает риск заражения вирусом иммунодефицита. Бултысов Александр Симонов, НТС.